Всем привет! Я только что с проработки с Сергеем Парадигмой. Мы прорабатывались по теме никотина. Мы прорабатывались два раза, потому что в первый раз что-то я была не в ресурсе и вообще... Ну, короче, мы тогда очень много всего убрали, прям вот большую часть мы убрали тогда, а потом просто меня уже вырубало, не знаю. Было, короче, плохо. Вот, а сегодня мы доработали наконец-то, и... У меня столько эмоций было после сеанса. Я просто сразу всем рассказала. Ну, блин, мне кажется, я больше не буду курить. Я вообще не хочу. Мало того, что после первой проработки с ним у меня прошла, получается, неделя, я не курю уже дня 4 или 5. Вот, а сейчас я вообще не хочу. Если даже тогда были мысли, что вот, ну, сейчас бы покурила. А сейчас я вообще не хочу. И это так круто. Ну... Это просто страшно. У меня теперь выключатели вот тут есть. И через эти выключатели я вспоминаю ту плохую ситуацию. Вот, которая может быть. Ну, которая там была в параллельной вселенной. Короче, вот так вот. О, у меня просто... Бля, я не понимаю, как это вообще такое может произойти. Это очень круто. Это ужасно круто. Я очень всем рекомендую Сергея Парадигму. Потому что такой целитель, и именно, ну, блин, он прям вообще, ну, шансов нет, чтобы покурить. Вообще не хочу. Я больше не буду курить. У меня даже слов больше нет. Ладно, всем пока. Очень советую Сергея Парадигму тем, кто хочет бросить курить, и кто вообще курит. Все, всем пока.